Здравствуйте, друзья! С вами Ольга и мой канал «Дача Рай на 500-ках». Сегодня у меня на повестке сбор урожая укропа. Укроп кое-где насыпался, остальное я собирать буду венички и убирать на зиму. Укроп самосейка. Вырос он на грядке с клубникой. Убирать не стала для того, чтобы можно было применить в заготовке, чтобы не специально сеять. Так они лучше растут. Вот сейчас я буду убирать, буду завязывать веники и уже убирать на хранение. Обрезаю вот таким образом веточку, оп, и еще одну веточку, оп, вот такие веточки получаются. Веники собираю таким образом и потом просто затягиваю. Все, он у нас никуда не девается. Получилось у меня веничка. Все это я помещаю в льняной мешочек. Снимаем его внутрь. Все. Вывешу в проветриваемое помещение. С ними абсолютно ничего не случится. Схожесть не теряется. Схожесть семян укропа прекрасная. Могу сказать точно, потому что я посеяла недавно в теплицу уже на осень, чтобы было прекрасно. Взошли густо, прям так. Эти семена провисели 2 года в мешочке, поэтому вот наглядный пример. Вдоль прохода посеяла, прекрасно все взошло. А дальше у меня зеленый лучок.